Подожди, меня мама зовет кушать, мне надо сбросить трубку. Все, да. Кушать, давай, пока. Несешь? Пока. Ну понимаешь, ой, по расписанию. Мама, ты что делаешь? Сундуки ломаю. Зачем? Ну не надо. Не надо, пожалуйста. Ты что делаешь? Ну мне просто нравится сундуки ломать, ну блин. Всем привет, с вами Дон Твори, и это очередная серия Антигриффин Шоу. Давайте собираем на ней 5000 лайков, и чтобы вышла еще одна серия, поставьте, пожалуйста, лайки, вас очень-очень прошу. Я стараюсь, я придумаю всякие новые идеи или что-то вот такое вот, и, собственно, развожу всяких школьников на всякие желания и так далее. В данной серии вы видели в начале, как школьник ужасно бомбил, и что я хочу сказать, 5000 лайков и новая серия. Так, не ленись, поставь лайк. В общем, да, лайк, 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 лайк. И также каждую серию Антигриффин Шоу я записываю на своем сервере, где он не простой, он оригинальный. Здесь есть текстурки, здесь есть свои текстурки, сервер, вот такие всякие новые плюшки. Есть магазины, кланы, ПВП, батуты, варпы всякие и так далее. Также я тут строю дома, там, свои города. И на сервере есть оружие. Офигеть, какой огромный пистолет. Это, кстати, скин обычного Стива, вот такой у нас на сервере. Пистолет, оружие, которое... Пистолеты обычные, вот они стреляют. Это пулемет, это, наверное, самый любимый мой пулемет. Также есть базуки всякие. Есть лук разноцветный, вот. И это АК у нас, это базука. Это снайперская винтовка, убивает с пару ударов. Также есть телефон на сервере. И монеты, монеты прорисованные до таких мельчайших деталей, что прям, вообще жесть. Вот смотрите, давайте ее выброшу, вот она. Вот она, гляньте, вот она. Вообще жесть. Ну, в общем, IP-сервер в описании. Не забываем, что я записываю каждую серию Антигриффин Шоу здесь. А если вы заходите на сервер, вы играете здесь, вы можете выиграть донат, вы можете засветиться в видео, как вот эти люди. Я много раз нажимаю таб на сервере. И кто хочет похвастаться друзьями, что они попали в видео, могут заходить и играть. Скидки на донат 30%. Удачи! DontShop.ru. Дешевые аккаунты, ключи для Steam и Origin, игры Minecraft, вещи для Dota 2 и CSGO, футболки и различные вещи, различные игры. Все у нас на DontShop.ru. Скидки, акции, конкурсы. Заходи, не пожалей. Ссылка в описании. Алло, привет, слушай, я тут, короче, на серии бегаю, бегаю, играю, ищу людей, с кем там можно повоевать, подружиться, с тобой можно? Ну, можно, в принципе, подружиться, я не против. Хорошо, смотри тогда, если ты ко мне телепортируешься, ты меня не убьешь, ну там, не Гриффер, ничего я такого. Я тебя не убью, я, все, я ненавижу Грифферов. Да? Вау, ладно, хорошо тогда. Я даже хотел купить админку, но, ну, решил, что, да? Все-таки... Решил остаться игроком обычным. А, ну, вообще... ладно. Ну давай. Да. Ну смотри, мой ник Бацеза, да. Ну я, в общем, такой вот ник, просто я не русский, я сам по национальности. Кротон. Чего? Ладно, это давай. Национальность такая. Ой, я двинулся. Ты где? Где ты? Подожди, а. Вот, все. Всё, ой, давай. Прикольно. А ты второй этаж, что ли, строишь? Ну смотри, тут у меня, значит, будет кафе на втором этаже, я магазин буду делать, там люди будут, ну, покупать что-то или что-то, в общем, будут делать. Получай. Ай! Извини, извини, извини. Чё ты ударил меня? Ну, сори, у меня просто... Мужский. Ладно, смотри, в общем, если я тебя добавлю в регион, мы пойдем потом в шахту с тобой, ну, там, копать? Мы можем, да, в шахту, только дай мне кирку нормальную. На тебе кирку, топор, там, лопата, меч, все, на тебе. Я тебя добавлю в регион, окей? РГ? Хорошо, ладно. Не, меч мне не нужен, а, у меня. РГ. Тебя в Вовнеры или в Мембере? Ну, давай лучше в Вовнеры, там, понимаешь, если ты меня добавишь в Вовнеры, то я тебя не смогу удалить, а если в Мембере, то смогу. А, то есть, мне, по-моему, мама про такое рассказывала. Ага. В... Нер. Все, я тебе добавил. Ага, так. Сейчас, сейчас, подожди, подожди, сейчас я тебя на бумажечку запишу, что ты в моем регионе будешь, чтоб, если что, мама пришла, чтобы она знала. Сейчас, подожди. Хорошо, ага. Все, записал. Ага, хорошо. Давай. Так, ну, давай это самое, может, куда-нибудь сходим, погуляем. Давай, смотри, сейчас, подожди, я... Может, лучше давай в шахту, а? Ты со мной гулять хочешь? Ой, убери меч, мне страшно. Ну, давай, можем, да-да-да. Давай, смотри, я пойду, короче, на ПВПшку сгоняю, подерусь я там. Так, броня, броню, мне надо отличную броню. Возьми, да, броню какую-нибудь. Так, я возьму самую крутую свою любимую броню. Все, я взял. Я на ПВПшку пошел. Давай, хорошо. Все. Блин, сейчас я тебе тогда что-нибудь тут, ну, отреставрирую. Ну ты там смотри, чувствую, короче, себя как дома, я тебе разрешаю, в принципе. Мы с тобой теперь, ну, братки, братаны, братишки, да?
Да, и конечно. А, окей, так. Глянь, он про... О, слышишь, тут еще один пацан просит команду прописать, чтобы выдался донат. А, он хочет с нами жить, прикинь, там еще один чувак пишет. Будем его принимать? Ой, не надо. Почему? Да ладно, пусть... Ты хочешь, чтобы мы с тобой вдвоем братками были, как два гея? Да. Как что? Такие... Что? Ничего. Что такое? Ничего. Что такое? Ну я сказал, как два гея, ты сказал да. Я говорю, как два братана. Да? Давай. Стой, подожди, мама пришла, зовет. Сейчас я отойду. Ага, хорошо. Так, пока. Ну что, теперь самое веселое. Что-то у меня. Ой. Так, он еще не вернулся. Все, я вернулся. Мне мама просто сказала там. Алло, тут? А? Тут что-то произошло. Да, тут он как-то что-то. Я в дом телепорти. Ты где? Где мои вещи? Что какие ты... вещи? Это мои вещи. Ты чё делаешь такое? Ля-ля-ля-ля, вещи делаю. Мои вещи. Какие так... вещи? Быстрей! Каких твоих вещей как здесь ты меня убиваешь? Не будет? Это мои вещи теперь. Дай, не убивай, нет, пожалуйста. Это давай все вещи. Что угодно, не догонишь. Догоню. Догнал. А зачем ты это делаешь? Подожди. Стой, не убивай меня, подожди, давай поговорим. Подожди, давай. Опа, я успел вещи чуть-чуть взять, все, я на спаун отнес. Ну давай, хорошо. Вендер-пендер сундук засунул вещи. Сейчас еще. Ага, давай, еще жду тебя. Дворник сейчас соберет вещи, вообще будет классно. Опа. Ой. Все, я на спауне еще вещи спрятал. Так. Ой, да, что-то полетело вниз. Тебе не кажется, что-то очень странное происходит? Алмазики. Это почему это ломается? Ну не ломай! Ломается дом. Да чё ты мой дом ломаешь? Ну я тебя... А, это не я! Это не я, это Адми. Всё, чувак, ты попал в моё грифер-шоу, всё. Ты лох, я тебя снимал на Ютубе, у меня 500 подписчиков, они увидят. Давай теперь побомби, чтоб я услышал, что ты бомбишь. Мразь, отдай дом! Не отдам. Стой, подожди, не убивай меня, пожалуйста. Не убивай, пожалуйста. Не хочу, убью. Не убивай. Ну не бей меня. Ну слушай, ну мы с тобой братки, мы с братевки, не убивай. Нет, мы с тобой не братки. Все, я пошел твой дом ломать. Что? Я пошел так, твой дом ломать. Не сломаешь ты ничего, ты никто, понимаешь? Ты просто никто. Что? Чё ты обзываешься? Я не обзываюсь, ты просто никто передо мной. Почему я ты царь этого сервера, ты понимаешь? Зачем ты это делаешь? Я же с тобой по-нормальному. А ты вот так со мной поступаешь. А я не хочу по-нормальному, я хочу... Все. Блин, мне теперь не поехаться домой. А, это все из-за тебя. Извращенец. И не извращенец. Сейчас вообще выберу все твои вещи в сундуке. Я, короче, с тобой не буду разговаривать вообще. Я твой дом ломаю, смотри, раз. Какой дом ты ломаешь? Раз сундук сломал, два сундук. Подожди. У тебя больше дома нету. В смысле, какого дома нет? Ты что несешь? У тебя дома нету больше. Ты что несешь? Все, дом есть. Да нету у тебя дома. Вещи мои. У тебя дом есть? Что? Нет ты дома. Какой? Эй! Кто это делает? Эй! Тихо! Уйди! Ты с кем разговариваешь? Да тут у меня кто-то пуляет с снежками. Кто открывает мои сундуки? Эй! Эй! Да я с кем делаешь? Ты разговариваешь? Это ты? А? Уйди! С кем ты базаришь? Ты ржёшь? Ты что делаешь? Это ты? Кто кидается в меня снежками? Какими снежками? Помоги! Депортируйся ко мне быстрее, меня сейчас убьют! Да... Почему я не могу добавиться на спаун? А? Почему я не могу добавиться на спаун из-за того, что в меня стреляют? Я не знаю, что такое? Кто это? Какими что яйцами? Случилось? Ты в себя яйцами покидайся, своими яйцами в себя. Какими яйцами? Нет! Что делаешь? Чё ты ржёшь? А чё с тобой случилось?
делаешь? Уйди! А, это я? Это я делал, оказывается? Как кто? Не знаю. Дай мои вещи. На, забирай. Ты что делаешь? Сундуки ломаю. Зачем? Ну не надо. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, все. Не буду так гриферить никогда. Ну, больше вообще не... Ты что делаешь? Ну, мне просто нравится сундуки ломать, ну, блин. Ты зачем? Нет! Чё? Нет! Почему? Уйди! А почему? Ну, что ты так это? Ты что, не человек? Ай! Ты что, не человек? Сдохни! Ты что делаешь? Убери свое говно из рук! Убери! Я что, не человек? Я что, не могу сундуки сломать? Нет, ну не можешь ты, это мои сундуки, оставь сундуки в покое. Ладно. Ну ладно, чувак, я ухожу туда, ладно, поиздевался. Не-не-не, тихо. Тихо, не уходи, пожалуйста. Почему? Верни, пожалуйста, сундуки. Какие? Пожалуйста. В смысле? Верни сундуки. Что? Как? Какой? Да не в курсе. Что за лава? Так, ты что там делаешь? Эй! Я? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что ржешь? Я сейчас сдохну! Ты? А что именно сейчас? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Это мои вещи, там же мой дом! А кто тебе сказал, что они твои? Мои они, потому что это мои, а ты тут торгаешься в мои владения! Владения? Слава! Нет, что это такое? Это твой новый дом, подарок. Подожди. Что, ты админа позовешь? Да. Так, а ничего, что я админ? Какой ты админ, не ври, это наверняка там твой друг. Друг? Ты чё? Друг, петух. О, любимый. Сдохни! Сколько я получил? 98. Много денег получил. Все, теперь я тут на этом сервере заново разживусь. Че ты ржешь? А? Мне, блин, плохо, а ты ржешь! Нормально! Огонь! Сколько у тебя денег? Много! Сколько? Что? Какой ваш баланс? Установлен на ноль! Ты что делаешь? Какой? Ты че вообще? Хочешь дом верну? Да! На. Ты что делаешь? Че ты ржешь? Ты пэк себе домой? Я дома. Вот. Что? Что это за говно? Убери лаву. Ты что делаешь? Оставь! Нет! Ну подожди, договор был, что я тебе дом отдам. Так, вещи, сундук, эндер-сундук, точно. Быстро, эндер-сундук. Где эндер-сундук? Где эндер-сундук? На спавне? Блин, вещи пропали, чувак! Что? Нет, какие вещи пропали? Ты чё, чё? Тихо, какой вещи пропали? Тихо, кому ты там, давай, сейчас я заберу все свои вещи, переложу их в свой эндер-сундук, и ты будешь... Быстрее пиши хом пиши быстрей! Зачем? Хом. А? Что? Где мои вещи? Где мой дом? Что это такое? Нет, пожалуйста, не убивай! Нет! Блин, чувак. Объясни, зачем ты это делаешь? Объясни, зачем я? Ты это делаешь? Я тебя на YouTube записываю. Что? Ну, видео делаю. Майнкрафт летсплей. Ты что, офигел? Все, я тебя найду. Как? В Майнкрафте? Ну, давай встретимся, давай я к тебе ТП-шнусь. ТП... Да ты что делаешь? Нет! Ну вот он я. А, у тебя еще вещи при себе оказываются. Нет! Ну теперь нету их, правильно, да? Как ты говорил, нету. У меня есть в эндер-сундуке вещи, так что фу. Ты знаешь, что я оттуда могу забрать? Не можешь ты оттуда забрать, не ври мне. Я оттуда могу. Нифига себе, у тебя тут... Убери свои! Эй, ты что вообще делаешь? Да блин! Это ж последние вещи, блин!
Короче, вещи. Мне надоело, чувак, над тобой это. Что? Как мне надоело? Да, знаешь что? Верни вещи, я тебя по IP вычислю. Давай, 132, 122, 121 мой IP. Сейчас. Какой еще раз? Ага, пошел в жопу. Какой в жопу пошел? Это ты в жопу пошел, верни вещи. Подожди, меня мама зовет кушать, мне надо сбросить трубку. Какой кушать? Давай, пока. Пока. Ну понимаешь, по расписанию. Стой, тихо, не сбрасывайте, пожалуйста, верни, пожалуйста, вещи, я что такое, что мне надо сделать? Он ушел кушать, он кушать ушел. Какой кушать? А вы кто? Он сказал поговорить с вами, это его мама. Какой мама? Мама его. Иди нахрен, мама. А я тоже. Где ты? Это мама его. Какая мама? Ну, мама скажите этого своему, человека. Блин, скажите своему ему этому. Что он мне вещи вернул? Кому этому сказать? Да вот этому, который кушать пошел. Так он себя пошел кушать. Как я что? Скажу? Что ты несешь? Как ты со мной разговариваешь? Соблюдай субординацию. Какую субординацию нахер? Вот такую. Это чё? Это я папа пришел. Ой, бить папа, тебя сейчас буду. Да дай! Чувак, поверни, сзади тебя мама сидит. Ой, мама. Твоя нет, мама? Нет мамы? Какая мама? Ладно, все, давай пока, мне скучно с тобой. Да ты нет, если хочешь, я тебя сейчас могу забанить. Не надо никакого банить. Ну скинь это... я сам трубку, пожалуйста, скинешь? Ну верни! Еще раз повторишь, верни или что-то в таком роде, я тебя забаню. Хорошо, все, хорошо. Скинь трубку, пожалуйста. Сука! Он реально скинул трубку. Блин, люди, офигеть, эта серия вообще жесть, я такой давно не видел. Он именно бомбил, вот прям то, что есть у него, не то, что там некоторые там, ну и ладно. Он именно за свои вещи ревел, нет, ну он сам виноват, он меня обманул, он загриферил меня, еще издевался, дом ломал. Такого не было давно, чтобы дом кто-то ломал, блин. Да, так. В общем, кому понравилась серия, пожалуйста, я вас очень сильно прошу, поставьте лайк, так как я уезжаю, я не знаю, серии будут, не будут, должны быть. Давайте насобираем 5000 лайков. Чем больше лайков, тем больше серий. В общем, каждый лайк мотивирует меня снимать. И, собственно, что хочу сказать. Напишите в комментариях, стоит ли мне его забанить. Если стоит, то я возьму и забаню его. Если не стоит забанить, то я не забаню его. В общем, как решите вы, так и будет. Если вы хотите еще продолжение с этим чуваком, то давайте 5000 лайков, и я записываю продолжение с ним. Ну, то есть набираю ему там, начинаю говорить ему там, баню, все такое. В общем, посмотрим, да. И хотел бы сказать, что на моем сервере скин Стива, есть свои текстурки. Вот это, собственно, скин Стива, вы только что видели. Перед собой также здесь есть телефоны, оружие всякие. Видите, оружки, вот такие оружия. Да, с пулями всякими. Также есть монетки вот такие. Это у нас валюта своя на сервере. Вот она есть у нас, такие вот валютки на сервере. Также всякие измененные текстурки вещей. Телефон, вот, собственно, вот так вот. Ну, в общем, заходите, также PvP, паркур, свадьбы, кланы, там, батуты есть, донат дешевый, скидка 30%. В общем, все. Отлично. В общем, всем до новых встреч и пока. Поставь лайк на этот видос. Подпишись на канал, братан. Посмотри еще видос.